Давайте вайдлингов с дополнительными джавелинами. О, у них клан БСН в полном составе. Блин, опять у нас один АФК, ну хрен с ним. Кава. А, лошадь ушла, АФК шрубила. Три лошади у них. Два всадника с копьями на лошадях и один конный лучник. Хаги, ты одна. Там сзади лошади, чего вы скакали-то? Вот. Все, уже опоздали. Ну, мы бы... точку не будем брать или будем, что? Будем, надо брать. Металл нет. Я не знаю, что. На Б хотите на помочь? Давайте это. Они снизу. Можем вон через тот вход спуститься. Да, сейчас спустимся. Если их там много, то не выходите из лестницы. Зря он первым пошел, он же лучник, ну пофиг. Ты заходишь? Да, да, да. Наверх. Можем наверх подниматься, через тот же выход. Пошли. Не мешай. Блядь. Да перестаньте. Да ёбаный в рот. А, это враг. Есть кто-то? Один. Хайди только с тобой еще. Тихо-тихо, стоим здесь, тут лучник у них. Вам надо точку взять. Осторожно. Если у тебя мало хп? Да. Все, очень. Точка наша. Да. Ты можешь издалека кидать. Да, не риск. По солу. Еще лучник. Где? Да, вон он. Там, да, там. Лоховской. Он точку может взять. Пусть. У них еще один, надо его убивать сейчас. За тебя болит.
Еще, еще! Я 8 человек убил. Одного минус за счет тимкила. За тебя болели в чате. Спасибо. А кто болел-то хоть? Сейчас скажу. Ну вот Сайлен. И сейчас скажу. Да, Сайлен. Гуд работа, брат. В чате написал. Да, я видел. Ну вот я говорю, это я половину где-то убил за счет джавелинов. Если не больше. Конник прожди. Аккуратно отходим. Лучник сзади куны. Все, он проехал. Может там? Сзади куны лучник. Просто ну, все да, на Б. Один здесь на лучник обычный. А где? Вон на лестнице, да, куда ты смотришь. Хочешь, иди туда его напряги. Давай, да, идите туда, а я с другой стороны зайду. Да чё, кто, блядь? Ты далеко от. А лучник и конник. Ну, меня убили так. Двое точнее. На ману отбрать, да? Пошли наверх. Я на точку попал. У нас точка уходит. В жопу ему. Ugh!
трое убили. Осторожно. Давай всадник сначала спешим, если что. Ага. Мы вдвоем, мы вдвоем. Блин, запаса нету. Закидывай сразу. Влево, уходи влево. Точку, на точку. Меня все убило. Я надеялся, что они друг друга порубят. Ну, один вон порубил последний. То же самое этих. Бля, ну с моей пёсей мордой это вообще. Надо вместе, да, мы сейчас как-то просто размякли, наверное, немножко не вместе были. Я там долго джавелина собирал. Давай посмотрим, куда наши-то пойдут. Лёнь, соберись. У них три копейщика, три копейных всадника и один конный всадник. Очень много кавалерии. На А. Позлезли на Б, на Б полезно. Наши там сливаются вообще пиздец. Ну по одному ходят, блин. Я не вижу с тобой, Миш. Чё ты тут ходишь? Лучше не выходи. А, это не ты. Блин, я чё попасть-то не могу? Там... всё. Это чё такое? Конный лучник издалека. С точки Ц. Здесь... сзади чисто пока. Ну здесь можно встать. Смотри-ка, на... едут. Ага. Наша точка последняя. Могут еще сделать. Пошли наверх. Пошли наверх. За силеном или сад. Ты сами пошли сильно, сейчас хуже, чем я играю. Где-то там лучник. Ох ты, убили меня. Ты умер? Да. Давай их убил. Держите точку, пачкам выиграем. Надо продержать. Держим, держим, по очкам сейчас выйдем.
били в спину. Все, по очкам держите. Да блин, по очкам держи. По очкам держи. Фу, охереть, очень красиво. Все, 2-1. У тебя 1 хп причем оставался, круто. Все, надо сейчас осторожно. У нас еще есть запас, но лучше выиграть их наверняка, а то игра тяжелая. Опять этих же лучше пикните с жавелинами. Ну или если хотите, аутбондов возьмите пока, чтоб наверняка, если вам за них попроще. У них брони побольше и копье. Ну лучше, да, лучше за этих как бы. Так-то получается, мы сейчас как бы не в полную прям играем за счет того, что для вас это новый класс, ну и для меня тоже. Да забей, не надо, так далеко не реал. Просто не в этой игре лучше, а в другой. Отец, у них ед... Они на лучники, у них 3 лучника на... Можно чуть-чуть их напрячь, попробовать. Только чуть-чуть. Сейчас я забираю точку. Вот здесь один заплутал. Другой с другой стороны. Эй! Вот я сейчас стреляю. Конник. Попал по коннику. Убей этого пи***. Не надо, блять, это сильно. Нахуй он туда пошел. Сайленс сливной. А чё он? Он пошел против 10-х, блять, там драться. Я иду на сторожку. Едет. Поднимается кто-то. Пошлите на Б. А, Б последний. Пошли, пошли. Нам надо продержаться. Блин, девчонки, смотрите, там справа как уходишь. Да. Вот сюда вот встать. Ой, сзади тоже лучник. Я пойду сзади одного напрягу. Ебаная к стене, к стенам прижимайте. Немного осталось. Очки. А. Я бегу туда, меня убили. Осторожно. Хочешь, подожди свои. Сзади тебя. Метай эту хуйню лучше. Не подходи сразу. Хаги, тоже метай лучше. Даже если промажешь, похер. Зачем это? Куда? Проиграли. Ну ёбаный.
Ну мы сейчас, ну просто ведем. Там точку, а, блядь. Я один, да? На, блядь, хуй ты встал. Нам надо стрелять с разных точек, мы об этом забываем. Мы идем в одном месте и стреляем с одного. Вы уже определились, или идем вместе, или вместе, идем вместе, в разные вместе, точки? Ты читай между строк, мы идем вместе, но мы можем немного рассосаться по территории и стрелять с разных точек. Это не подразумевает то, что мы пойдем на... Люни имеет в виду, что, допустим, если кто-то с кем-то дерется, зайти просто сбоку и зафигачить ему в бочину джавелина. Просто один справа может заходить, другой слева. Ну да, я так и делаю. Это ясно, я ничего не делаю. Не, я делаю. Не, как я тоже пытался, все нормально. Я тоже делал, там были моменты. Все, играем, тихо, не дисморально. Последний раунд, если проиграем, то все. А, берете? Вот, блять, вот я им сказал. А, нет, все, пока нормально. Я не знаю, может нам тут потусить, а? На? Пошли, может. Просто тут Сайлона сейчас убьют. Давайте, может, вместе с ним. Вы ушли. Я знаю, но здесь лучше. Ты еще на? Да. Он съебал. Че, все разбежались, ты знаешь? Я обратно иду. Тут лучше так. Ну да, он себе ищет выгодную позицию. Ясно. Сейчас, когда последняя точка останется, то на нее пойдем сразу. Только по этим проиграем. Пока нормально держим. Может, Ай будет. Эти написали, типа, нам нужно два флага. Ну пошли на Б посмотрим. Только аккуратно. А не на Б. Я беру Б. Лучник, да, снизу. Блин. Я спешил. На А пошли. Хаги, отступай. Хуй с ним. Не отступай. А как я сейчас вон с копьем, я отступлю. Все, отходите. Ну отходи, все. Так он меня догонит. Да не хуй застрой, кому он догонит, блядь. Уходи, все. Пошли, все, заебал. Уходим. На. Аккуратно тут. Ух ты, бля. Туда, перекрестный огонь, быстрее. На, поднимку. Ну по мне трое херачат, блядь. Где вы на А были, ёпт? Мы же говорили на А. Меня, блядь, три лучника расстреляли со всех сторон, пиздец. Но меня убили на выходе. На, идем осторожно. Все, держим точку. Хаги, аккуратно, тут один конный лучник и несколько всадников. И еще лучник есть пеший. А можно просто вот сюда, вот нам не обязательно на ней стоять. Можно вот сюда сместиться и пусть подходит.
Убил. Молодец. Сзади сейчас заедет конник. О, к своему попал. Убил. Там лучник. Там их два. Ну, блядь. Фу. Он Сайлен говорит, что, блядь, не это самое, я 14 наубивал, он один бегал. Не, ну он последний раунд более-менее отыграл, конечно. Нет, ну мы хорошо отыграли, красиво, тем более ты против клана, вы учитываете, что они постоянно вместе играют. Достойно, нормально отыграли, хорошо, молодцы. Нормально, это победа, потому что у нас все равно какие-то чуваки у меня там, АФК там были. Чел, я перебью, там чел вообще пишет, типа, в следующий раз, типа, помогайте мне, когда я дерусь, или типа того... Я не понимаю, это ЧСВ или что? Почему мы, блядь, втроем нахуй подстраиваемся под одна. Тем обычно более у него счет, всех. Счет херовый. И он, блядь, ждет то, что все, вот он центр вселенной, все сейчас пойдут и. Не, причем мы подстраиваемся, когда, например, каких-то да, пикают там. Ну, кто-то тащит, да, то есть без проблем. Если он что-то предлагает, там можем за ним пойти втроем и прочее. А это, то есть я тащу еще что-то. Он все равно вот свое, типа, эго, гордыня и прочее. Ну, не знаю, ладно, по одной игре не будем судить, может, и нормально просто у него пригорело.